17 апреля состоится финал конкурса «Студент года» для студентов колымских учебных заведений. Мероприятие пройдет в здании Муниципального центра культуры. На сцене сойдутся представители Северо-Восточного государственного университета, Магаданского лицея индустрии питания и сферы услуг, Магаданского политехнического техникума и горно-строительного колледжа. 8 финалистов уже активно готовятся к проведению мероприятия при поддержке сотрудников Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии областного центра. Самое главное для всех участников – это не бояться проявить себя, не скрывать в себе свои переживания и эмоции. Все они видны на сцене, зрители их видят, жюри их видят, и все будут рады поддержать наших конкурсантов на сцене. В связи с карантинными мерами финал конкурса, который обычно проходит в январе, в этом году был перенесен на март.